отработан уже ПСД, Центр оперативного управления города Талдыкурган, они по этому году дополнительно еще выставят 26 камер Центра оперативного управления. Там, значит, будут установлены видеокамеры, которые, значит, будут работать, получается, с оператором. То есть оператор путем удаленного доступа из Центра оперативного управления будет отслеживать ситуацию. То есть там будут стоять камеры поворотного типа. То есть там будут моторизированные объективы, это порядка 300 метров, они могут вытягивать, значит, место установки, они могут 300 метров по прямой вытягивать. То есть получается, в круговую периметр, получается, по 600 метров, значит, квадратных, они смогут отработать именно по обеспечению общественной безопасности. Это только на этот год 26 камер. Помимо этого, как уже сказали, на следующий год дополнительная бюджетная заявка заложена, но это получается будет она проходить по другой программе, так, «Безопасный город, безопасный город». Это уже будет совсем другая программа. То есть получается совершенно разные системы, но у нас система получается тоже, значит, работа для работы по охране общественного порядка.